Уходим, уходим. АМБ пошла. Уху. Бля, 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 бля. Ебать вас, сука, как говно забанили. Пионер, я из всех только тебя слышу. Ты меня слышишь? Ну, постой, что-то парашют летит. Парашют, говно, слышишь? Может, тебя с платином что-то надо перезапустить. Блин, мне кажется, высоковато. Блин, я прям на склон. Так, внимание, MB, собираемся тут. Меня слышно? Да, да, да. Пионер. Да, я тебя слышу. А почему я никого, кроме тебя, не слышу? Ну, Зак, тебя слышно, не переживай. Ты только что обновлял, ничего не понял. Чё дымит, чё дымит? Ну, это дымовуха. Это я дымит. И у меня все, собраться. Как эти, как боты показываются, аэль. Пионер, можем ему перезайти. Ты перезайди, давай, и... время есть пока. Слышишь? В лобби выйди назад. А, ща. Давай, мы подождем. Так, ждем бойца пакости. Так, кто у нас все? Не все, по-моему, да? Все вроде. Вот. Я. Седьмой еще. О. Так, пацаны. Еще какой-то одиночка был. Угу. Который что-то снимал, да. Вон он бежит. Прохор, он может с этими, с РЦГ. Ну чё, Резак? Иди там, кажется. О, слышишь? О, отлично, вернулся. Пионер в полном составе. О, может, у меня патроны готовы появились? Выдвигаться? Не. Так, мы тоже не собрались, появились. Погнали. А где Рохар? Вот. Если есть кто-то, Шурман, не из твоего отряда, посылай к нам. Альфа 2-1 посмотрела лес, в лесу пока никого я нет. Не кто снимает там? Пионер в полном составе, готовы выдвигаться. Все, выдвигайся. Давай быстрее. Скажите, вот чтобы он не орал. Давай, наша цель, вот эта красная метка, тот бункер. Как же без рока? Как же вы все. Без рока? Не ори, вот перейди на норму. Не, нормально. Все, пацаны, погнали. Да-да-да, все, извините. Как назло, все выжили при высадке. Не видать тебе наших патронов. Когда не надо, все сдохли. Я оператор. Шурман, выдвинулись? Угу. А плевать, все равно трава не прорисовывается. Мы тут как на ладони. Да, издалека трава вообще не видно. Штаб на связи? ДВ не добивает, походу. Бля, запарли. А ты как всегда хвосты у нас. Сейчас пацаны и кикнут там. Думаешь, да? Сейчас сделаем, не успею. А второе отделение вы на шепоте или на норме? Норма, норм. Пошли бы цели. Штаб, есть какие приказы для Альфа 2-1? За королеву. Левой колонии выйти. Землю и пищу, так вообще. В тумане больше где-то в игре висит. На земле максимум стоит. Туман, землю не видишь. 800. О, противник. Ровно похоже. Нет, нет. Направо. Направо уходим. Кусты направо. АМБ налево. Да чем? Направо. АМБ налево. Танк продолжает двигаться вперед в сторону противника. Пацаны, противник вон там далеко километр. Нас заметили, нас обстреляли.
Да. Надо поле пройти. Дымиться будем или так на скорости? Дымир, блин, что здесь? Уходим, бери. Давай влево, бери. Там так, Тумуров. Пионер, живые. Ой. Живые, уходим. Мы уходим, тоже в другую сторону идем. Мы влево уходим, от обстрел по нам. Да. Все уходим влево, внимательно. Что за огонь был? По кому стреляли? Пацаны, продвигаемся на юг туда. Окей. Только это, слышите, в толпе не бегайте, да, и по сторонам смотрите. Мы спалились, поэтому я могу зайти на тыл. Прием, 1-2 на связи, мы на позиции. Пионер, 2 человека с нами пошло. 2 ваших человека с нами. Так, командире, проверьте своем отделении на ищи игрока с ником Суперхванта. Да, понял вас. Двигайтесь в зону на юг противника. Да. По вам сейчас работает? Такого нет, игрока нет, не видите, Суперхванта. Что Суперхванта? Пионер? Да. Одного потеряли, который снимает. Который снимал? Шульман, вот у вас человек, который чёрт снимал? Да, он у нас. А, ну ладно, пусть с вами бегает пока. Угу. Потерялся или убили? Да, он с Шульманом. К Димир, на связи? Шульман, ты меня слышишь? Я вас слышу, но не вижу. Чек, Thunderbolt на связи. Слышим вас, Thunderbolt. Личрус. Шульман, вы нормально сели? Превосходно, никаких потерь. Ну, Резак, на, возьми КВХ. Будешь с КВХ. У меня ДВ есть. Так, куда идем? Сейчас посмотрим одиноко. Видел кого? Я вот видел вспышки вот там, но сначала не понял, что это. Вон, смотри, там кто-то есть. Да, немцы. Да. Ходим влево, пацаны, ходим влево. За нами идут. Не, они... жалко, у меня патронов нет. Они это спалили. Мы, конечно, очень кучно делаем, да. Очень кучно. Потом идем вот туда, по лесопосадке, туда вправо пойдем. Ай-яй-яй-яй, канамат работает, ложись. Назад. Шульман. Ранило. Бля, пацана убили.
раненого перевезли. Я понял. Шульман на связи? Авиация на связи? Да нет, что же. Авиация на связи? Да. Отработай, пожалуйста, в нашем секторе западный автомат по нам работает. Минуту ожидайте. Где этот Шульман метку там? Он все потерял. Он примерно сюда на базе, севернее от базы своей. Чего? Так, на авиацию налево, может поможет. Пошли к своей. Блять, порешало все. А, Грека, не бойся такого, что тут не поздные пихи, зеленки перед вами поздно. Я сейчас авиацию буду. Джек, сделай с этим магноматом что-нибудь. Красавец. Блять, ползи, ползи, ползи. Лечитесь, пацаны, кто ранен, лечитесь. Джек на связи? Самолет на связи? На приеме. Да вам, по вам Ганамак работает, не? Нет, 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 не по нам, по вашим, скорее всего. Да. Там пару человек ваших отстало. По нам долбят жестко, накрыли, пока если вы сможете. Сейчас будем обходить их. Обходите, я такого. По нам долбят. 1-2 на связи, мы по 3 нам. Чего? Смешался. Ой, сука, застал строй, четверо. Грозные. Так, а где еще? Резак был где-то. Резак сказал ранен, и все. А вон сзади. Там здесь. Короче, мне нужен автомат, я пойду добуду себе автомат. Иди возьми. Вон, давай я тебе отдам, давай с нами. Да не на. Шульман Ганамах уехал к себе на базу. Его видим, наблюдаем, скоро будем атаковать. Так, пацаны, пацаны, пацаны. Ганамах уехал. Бег. Я бегать не могу. Че у тебя? Ранен? По ногам попали, да. Ну, мне, наверное, надо... Докладывает танк, уничтожили отделение пехоты противника. Так, ну ты нормально вроде. Надо бегать, ты не перевязался. А ты это, цель не нажал случайно? Ну, 1-2 в атаку. Не могу бегать. Не, бля, херово, ну ладно, пошли. О, пацан, пацан, пацанчик ранен. Иди сюда. Бля, он перевязан уже. Оно его вырубило, бля. Да, вырубило. Пехота, что за очистка северной зоны? Еще один ранен. Он медленно еще убудет. Сейчас, вот перевязываю. Схожу вперед, проверю, кто еще. Да, да. Ну, бля, хен здесь живет. Так, ну я тебя перевязал, вроде кровопотери нет. Хотя все равно. Опа. Пионер, вы захватили? Никак нет. А, нет, нет, нет. Вы близко уже к зоне? Штаб, штаб, прием. Мы захватили окопы. Нам ведется союзный огонь.
Ясно. Огонь прекращен. Пионер, не смогли пройти дальше, нас здесь зажали снайперским или иным игромагом. Не бросили свой штаб. Пробовал атаковать. Так, где Хендрис? Штаб, все, какие задачи для танка дальнейшего? Давай, бери этого бойца. Штаба на ДВ нету. Бери этого бойца, пойдет с нами. Он не очнется, пока он его не опустит. Не-не-не, он опустит, скажет, что он очнулся. Вещь, у тебя там чисто? У меня все чисто, я продвигаюсь на юго-запад к этой зоне. Принял. На западе от тебя 89-е. Было отделение противника, вроде все выкосили, но будь аккуратен. Как понял? Бери его. Я понял, поставь на следующую метку. Да не тащи, ёпта, бля, нести. По-моему, нас было больше. Не бросили свой штаб. Там валяются трупы, вон там, с той стороны. Ни одного там только наш. Все, давайте, пошлите. Шульман, где по тебе гономак идет огонь? Нам ведется огонь с зоны с северо-западной. Шульман, живите, главное, пока мы сейчас придем к ним с севера. Хорошо. Две миссии подряд пускаем. Иди. Так, гладя через зеленку, а туда вам. Хендлис, нам туда. Погнали. Я по сферам туда буду идти. Ну конечно. Когда он начнется, пусть тебе скажет, что начнется. Давай, пошли. Двоих потеряли. Так, хватит свободно. Погнали. Идите, не забывай. Да, проходим ближе к этой, к зоне. Это поломать надо будет. Ну, а пока еще. Лич, как у тебя? Мы чистим. Контакт есть? Контакт есть, мы чистим. Мы уже в упоре с ними. Я тебя понял. Мы подходим к вашей позиции, если что, поможем. Мы сзади по дороге подходим. Блокпост. Хорош. Уже нас часть подошло, зашло в зону. Да, я понял. У вас там медика нет случайно? Я надеюсь, что выжил. Сейчас будем собираться, группироваться и выяснять. У нас осталось 4 живых бойца и 1 раненый. Понятно. Передаешь, мы сзади подходим, чтобы нас бойцы не убили. Это очень сложно сделать. Мы рассыпались после нападения. У каких-то твоих бойцов я вижу возле здания. Возле зоны. Наверное.
Пионер, пока не заходите в зону, сейчас будут ее отрабатывать, видимо. Не, мы не будем, не надо. Хотя нам медикаменты нужны, конечно. Мы сейчас своих поищем, пиарит самых. Медика. В районе центральной зоны есть кто-то из своих? На метке зеленый лич. Кто-то только подходит. Мы сейчас немного поработаем. Ну, поработать. Лич, как у тебя дела? Я на метке. На западе ганамок. Запалить, дай сигнал, когда заезжать, когда вы закончите обрабатывать, мы будем атаковать. Понял. Да, пионер. Медик в нашем отделении. Живой, подходите к блокпосту. Лич, по вам стреляют? Хеликс. Тащи в блокпост, там есть медик. Блокпост. Все, погнали в блокпост. Закончил зам? Да, да, закончил. Снайпер. Снайпер, давай, ну, давай, давай, только высылка. Зам, может быть подавляющий огонь из пулемета? Подтверждаю. Пока тут блокпост захватили, да? Где есть медик, пацаны? Да, где есть тут медик, лазит. Пионер, привет. Да-да, привет, пионер. Мы наконец встретились. Кому медик? Просто когда высадка была. Хеликс, мой видел, да. Пионер, пионер. Когда стрельба была, кто-то сказал, идем вправо в зеленку. Поэтому я и пошел вправо. Я вот имя, что тебя я не услышал. Я услышал, что кто-то сказал вправо, я и пошел. Все, давай, я тогда за тобой. У нас раненый один есть. Штаб прием, как слышно. У меня в Шмеле есть медик. Он очнулся, нет? Штаб. Сейчас машину вожу. Штаб мог погибнуть. Ай, другие группы слышно? Нужно, да. Парень, нужно. Давайте уходить. Бункер. Прячьтесь, прячьтесь по копам. Артобстрел. Слышно, слышно вас. Наш взводный погиб, не знаю, что делать. Находимся под отстрелом. И не знаете, где находитесь? Находимся. Уже по дотам стреляют, аккуратно не высовывайтесь из окон. Уже по дотам снайпер работает. Да уходите отсюда. Чем мы, вот какая задача наша здесь? Вот, зачем мы тут? Засядьте, пока. Засядьте. Просто зачем? Так, конечно, пока просто, защищаемся. Да? Будем дождаться, когда устаканится вся ситуация. Я понял, ну давайте пойдем куда-нибудь, в другую точку. Да, что там с раненым? Хорошо. Да всё, он может встать на время. Кашкой, клин. Морфина нет? Вколол уже, вколол. Вот они, наши бойцы. Противника? Ну, конечно, его не иди сюда, отлично. Шурма, противник прячет. Да тащи его, кто? Шурма. Че? Противник идёт? Просто так. Нет, я снайпера ищу. Да. Где там? Блин, не снайпер. У меня 4 магазина. У кого есть еще? Есть. Сколько у тебя? Один с имени. Ну я думаю, да, пока 4 я хватит, да. Может, я их даже не расстреляю все. Все равно тебе скучу, смотри.
Че вы там оставили бойца, блядь, а? Где? Там он раненый лежит, сейчас очнется скоро. Правый боец, блядь. Кого надо в дот? В дот его надо. Да, тащи. У тебя этот есть плазма? Нету ничего, есть только морфин и все. Херово. И бинты обычные. МБ. Шо, Шурман? Блять, надо мне человека с этой, с оптикой. Вот, тут здесь нормально. А выкинул уже свою винтовку, давно патронов-то нет. А, так не нашел, да, на старте? Все, понял. Так, задача выполнена. Так, ладно, посидим здесь, вон, пацаны, вон в том, на... вон, в, сука, в тех, ребят, деревьях. Шурман, вон там вот и противник был. Уже рассвет. Я знаю. МБ, я думал, у тебя винтовка есть, а этой винтовки нет. Ладно, Шурман, вы пошли в атаку. Есть винтовка. Нету, только бинты. Давай, мы еще посидим и пройдем дальше. Это раненого себе возьмете потом? Возьмите. Хорошо, раненого. Что с ним? Что, прям тяжело раненый? Да, тяжело раненый, с собой заберете потом. Можно пулемет снять? Так, АМБ. Спасибо. Пулемет не с ним вижу. Ходим туда. Забаговался. Пионер. Да. Боец наш сейчас. Подожди, там. Его заберут. Понятно? А, другой склад. Да, его. Мы идем в атаку, они пока здесь. В бункер не заходить, бункер. Понял. Все, пацаны, пошли. Куда идем-то? Управление только я помню, снег просто рукой покажи. Туда. Уходим отсюда. Давайте далеко. Быстро по полю пробежим. Чек ДВ, танк на связи. Принц. Кто вообще живой остался? Взвод десанта, Шульман и пионер. Более-менее в составе. У нас отделение 1-2, осталось 2 человека. Взводный погиб. Наблюдаю немецкую технику в 200 метрах от себя. Сидим в кустах. Повторите, кто наблюдает? 1-2. Кто-то следит, ты медик. Уходим. Из зоны долбит. Быстрее. Вы сейчас где находитесь? Западнее штаба, который покинул противник. Ага, принято. Примерно в 700 метрах от себя гономак катается туда-сюда. Немецкий. Шульман. Я слушаю вас. В общем, это из зоны, и их не оставшийся пулемет неплохо долбит. Да, наблюдаем этот пулемет. Догоняем вас. По нам отработал, осторожно. Переходите осторожно, а потом отработал уже. Угу. Пионер, мы назад в кусты и пошли влево вдоль них. Да, принял Терезак. Один два нам продвигается на выстрелы.
Пионер, ты где? Я дальше продвинулся. Танк живой? Да, танк живой. Ребят, едьте на последнюю зону и обрабатывайте. Принято, мы подъедем с востока к ней. Да, отлично, мы с запада подходим. У них там миномет еще живой. Нужно было отработать. Мы двигаем. Шурман. Да, на приеме. Да, наши подходят. Там в произвольном составе. По любым возможным подходам. Без меня пока. Я тылы проверяю. Противник думает.